Синтроу Аврора Радуга. Пришел мне вот такой вот коробочки. Ну, это Синтроу. Они хухры-мухры, поэтому вот кубики приходят у них в коробочке, а не в пленочке. Как некоторые могут прийти. С коробочки, естественно, хреново крутился. Даже, как бы мне даже расстроил, так как Синтроу это хорошие кубики делает. Например, у меня есть любимый кубик Синтроу Аврора. Почему я вот и этот купил, то что захотел вот тебе Синтроу с цветного пластика. Но немного он меня разочаровал. С коробки крутился хреново, локапил и не резал вообще углы. Смазка не помогла. Но помогла волшебная отвертка. Немного я подпускал болты, и кубик начал у меня летать. Он замечательно сейчас крутится. Начал резать углы. Ну, вот так вот. Относительно нормально. Для Синтроу это он режет углы замечательно. Он обратку режет. И перестал локапить. Это один из основных моих тренировочных кубиков. Крутится, я же говорю, замечательно, обалденно. Мне очень нравится. Я тренируюсь им сейчас в основном. У меня был самый мой центровой, это был Аврора. Сначала я тягал, а сейчас вот больше всего тренируюсь с этим кубиком по сборке. Поэтому всем рекомендую. Углы не флипаются на. Кстати, как на Авроре углы флипаются. Здесь, вот, чтобы флипнуть, надо конкретно усилия приложить, но они вообще нифига не флипаются. Крутится обалденно, просто замечательно. Так что кубик классный. Рекомендую. Почему купил у китайцев? Потому что на украинских интернет-магазинах вообще не нашел такой кубик. Там вот нашел для интереса, посмотрел в российских. Нашел в одном интернет-магазине, но там цены были бешеные. Там что-то на гривны, если переводить, около 300 гривен стоил такой вот кубик. Поэтому я нашел китайцев подешевле. Ссылка под видео, если кого заинтересовало. Продавец проверенный, все нормально мне дошло. И кубик в хорошем состоянии. Пластик такой нормальный. Ну, Синтроу, как сказал один наш известный политик, Синтроу порожняк не гонит. Поэтому кубик классный, рекомендую. Кто хочет себе такой купить, заказывайте и наслаждайтесь сборкой. Вот такая вот инструкция была в коробочке, ну, стандартная, шиншоуская.